Вольная женская борьба – это зрелищное и эмоциональное единоборство двух спортсменок, которые с помощью различных технических приемов стремятся положить друг друга на лопатки и добиться чистой победы. Одной из титулованных спортсменок Белорусской школы женской борьбы является заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, серебряный призер Олимпийских игр, неоднократная чемпионка мира и Европы Ирина Курочкина. Будущая чемпионка родилась 17 июня 1994 года в агрогородке Ракушево Круглянского района Могилевской области. Спортивную карьеру Ирина начинала в легкой атлетике, но в 16 лет из-за травмы приостановила занятия спортом. После восстановления перешла в секцию вольной борьбы и очень быстро стала показывать высокие результаты на различных международных стартах. Она двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, обладательница двух бронзовых наград чемпионатов мира, чемпионка вторых Европейских игр, победительница индивидуального Кубка мира по борьбе 2020 года. Выступая на чемпионатах различного уровня и показывая достойные результаты, спортсменка целенаправленно шла к спортивному олимпу. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года завоевала бронзовую медаль и олимпийскую лицензию. Отличная подготовка, воля к победе и яркое выступление на 32-х Олимпийских играх в Токио 2020 принесли ей серебряную медаль. На пути к награде Ирина одолела представительницу Индии со счетом 8-2, затем россиянку 6-3. В полуфинале болгарку с ошеломительным счетом 11-0. В упорном финальном поединке за чемпионский титул наша спортсменка уступила японке. В итоге заслуженное серебро. В 2022 году на первом международном турнире «Борцовская лига подобного» белорусские борцы завоевали 12 медалей. Ирина в дисциплине «Вольная борьба» стала победителем. В феврале 2023 года Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» подписала соглашение со знаменитой спортсменкой о сотрудничестве. Теперь Ирина Курочкина представляет интересы и является рекламным лицом крупнейшей страховой организации Республики Беларусь. В настоящее время спортсменка тренируется, участвует в соревнованиях, проводит мастер-классы для юных борцов. Желаем Ирине здоровья, благополучия и новых спортивных побед. Информация о талантливых передающихся спортсменах, чемпионах и призерах Олимпийских и Паралимпийских игр, уроженцах и представителях Могилевской области представлена в краеведческой фактографической базе данных «Олимпийские вершины могилевского спорта» на сайте учреждения культуры «Могилевская областная библиотека имени Ленина».